Первый снег выпал в Хабаровском крае. Его в регион принес циклон. Осадки были разной интенсивности, но больше всего досталось северным районам, где за ночь выросли сугробы. Подробности в репортаже Ульяны Крамаренко. Дорогие друзья, всем доброго утра. Мы, кажется, что-то проспали. За ночь турбазу в районе хребта Мяучан буквально засыпало снегом. Высота сугробов достигала 20 сантиметров. Туристам пришлось оперативно переобуться в зимнюю обувь и наслаждаться шикарными видами. Первый снег не нарушил транспортное сообщение базы с внешним миром. Для местных жителей он принес больше позитива. Первый снег рыхленький, такой пухленький. Это не является каким-то препятствием, наоборот, еще плавненько. Скользишь, летишь, так сказать, по пухлячку. Снег также выпал в Комсомольском и Новобурейском районах. В Военномайском осадки начались еще в понедельник днем и длились всю ночь. Неприятности снег также не доставил. Остальным районам края достались только заморозки и ледяной ветер. Однако это еще далеко не начало зимы. Причина похолодания, по словам метеорологов, циклон, который пришел в Хабаровский край, но уже исчерпал себя. Завтра уже в крае мы ждем плюс 18-20. Ну, конечно, уже где-то местами 10-15. Ночи еще прохладные с заморозками. Но дальнейшие дни мы ждем уже плюс 5-10 ночью, днем до 24. На похолодание уже отреагировали в самых северных районах региона. В некоторых селах Аяномайского и Охотского районов начался отопительный сезон. Но большинству жителей края в ближайшее время тепла в квартирах ждать не стоит. Батареи включат, когда среднесуточная температура опустится до 8 градусов и продержится более 5 дней. Ульяна Крамаренко, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».